Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители «Зеленой точки старта». Я нахожусь на выставке «Электротранс 2021». И мое внимание привлек стенд, на котором стоит Тесла. И было написано «Электронные выхлопные системы». Это было удивительное сочетание. Алена, вы тут заведуете, главное. Расскажите, как это сочетается, и что к чему, и почему. Давайте расскажу. Меня зовут Алена, я пиар-директор компании ТОР. И на этом стенде мы представили наш проект «Электронную выхлопную систему для электрокара». Изначально эта система была разработана для автомобилей с ДВС, а теперь ее можно установить на электрокары. Почему мы это сделали? Потому что во всем мире электрокары – это бесшумные автомобили, которые влияют на, скажем так, увеличивают аварийность на дорогах, потому что ни пешеходы, ни велосипедисты, ни другие участники дорожного движения не слышат электрокар. И в Америке, в Европе сейчас приняли закон о том, чтобы все электрокары были оснащены системой АВАС. То есть это система, которая делает электромобиль слышимым для пешеходов и других участников движения. Да, совершенно верно. Она делает безопасным движение на дорогу. И вот это вот ваша система, да, вот, которая сейчас показывает? Да, она состоит, это готовое решение, она состоит из акустической системы, из подключаемого модуля. В обычных автомобилях он подключается к коншине, в электрокаре, электронно подключается к педалям. То есть если сейчас мы с вами пройдем, я вам покажу на примере. И третье в этом составе – это, собственно, приложение, через которое можно выбирать звуки. Да. Сейчас я вам покажу, как это действует. Давайте посмотрим. И вот этот звук, который мы сейчас слышим, это и есть... Гелендваген, да. Да, ну вот смотрите. Вот мы открыли приложение, и сейчас играет Mercedes G500. Я нажму на педаль газа, увеличится оборот. Да. Слышно звук. Ну давайте выберем что-то более подходящее для электрокара. Давайте авиацию. Можно регулировать громкость, можно регулировать тон холостого ухода. Вот сейчас давайте погромче сделаем. Не знаю, как слышно на камере у вас или нет. Слышно очень хорошо. Прекрасно. Давайте попробуем Space Shift. То есть это можно поставить на любое электрическое транспортное средство, да, в принципе. Да, просто разная будет акустическая система, само по себе. А принцип тот же, то есть это акустическая система, это электронный модуль и приложение, через которое это работает. Интересно, здорово. Да. Система называется ТОР АВАС. Как называется? ТОР АВАС. Alerting Vehicle Alarm System. Великолепно. Спасибо за комментарий. Да.